Саламу алейкум, всем привет, дорогие друзья. Я в машине, но машина в этот раз не иномарка, а российского производства. Но так как мы в основном BMW занимаемся, вот сейчас там в сервисе, смотрите, у нас BMW стоит. Вот, могу показать отсюда. Там тоже неполадки есть у нее, ну, в одно и то же время ей занимаемся. И вот у меня друг, в общем, есть знакомый. У него Лада Калина, в общем. И тут в электрике у него немного в электричестве произошло замыкание. И пришлось разобрать машину, панель, щит, все. Просто думал зарисовать, может, будет кому интересно. То, что Султан не только с иномарками имеет общение, но и с советскими машинами. Вот, смотрите. Все вот это вот щит, вот это все вот разобрал я. Сейчас будем проверять вот это вот все, технологию нашу. Вот. Вот, наверху щит, все оттуда. Вот, смотрите, разобрали, все сюда положили. Ну, разобрали, разобрал, да, можно так сказать. Но это небольшой такой ролик. Думаю, что тоже для канала, для разнообразия поставить свой канал. Ну, всем пока.